Это полицейский участок от Плеймобиля, вот такой вот интересный. Есть полицейский с мотоциклом, фигурка вынимается, можно ее вытащить. Застряли. О, такой вот мотоцикл. Не знаю, здесь может что-то не хватает. На колесиках вот такой вот человечек. Шлем снимается. И здесь вот такая вот сам участок. Это, я так понимаю, преступник. Вот он в маске. А здесь столик. Это все можно расположить в разном месте. Есть вот такой вот еще фигурка, там девочка. И вот такие вот два стульчика. Все это дело можно спрятать в этот кейс. Он переносной, очень удобно, что его можно взять с собой. Здесь вот есть замочки, открыть-закрыть. Вот такая вот ручка. И вот так вот он выглядит спереди. Дверца открывается вот так вовнутрь. Качество бомба, конечно, Плеймобиля. Очень классное качество. Я их очень люблю.